Казалось бы, совсем нехитрую продукцию выпускают на этом заводе, который расположен в поселке Калашниково Лихославльского района Калининской области. Электрические лампочки. И сколько же сложных и очень точных операций необходимо произвести, прежде чем даст цвет каждая из них. А ведь предприятие выпускает почти 100 миллионов электрических лампочек ежегодно. Помогает автоматика, новое оборудование, но в конечном итоге все решают люди, их знания, опыт, преданность делу. Такие, как Виктор Васильевич Виноградов. Свыше 30 лет работает он на предприятии, возглавляет бригаду сборщиков. План 11-й пятилетки этот коллектив завершил уже в октябре минувшего года. Вступив в 12-ю пятилетку, бригада Виноградова решила плановые задания двух месяцев выполнить к открытию 27-го съезда партии.